Короче, друзья, всем привет. Сегодня у нас 2 апреля. Время у нас 23:09. Даже подожди, еще раз. Серег, покажи время. У нас сегодня Аука рейд. Идем к старому знакомому Багиру покупать водочку, которую продает Багиров с подполы. В общем, посмотрим, что с этого получится. Посмотрим, как Стражи Галактики в теме. Ну, а может, и не в теме. А может быть, придется все изымут и накажут. В общем, вот такие дела. Добрый вечер. Скажите, водку принесу? Водку есть. Какая? Какая вас интересует? А почем? Какая вас интересует? Ну, 0,5. Хорошая? Ну, а есть какая? Ну, подешевле, самую дешевую. 76 рублей. Давайте 2. И пакет. Карта или... Наличка? Есть. Сколько? Пакет надо? Ладно. Десять, да? Ну? 10? 210? Ой, 230. Она по 110 стала стоить. По 110? Да, сегодня. Я даже девчонкам ляпки здесь наклеила, чтобы знать. Так, 230, да, получается? Да. И водички есть негазированные обычные? Да. Ладно, дай. Сколько еще? Какая именно? Ну, негазированная обычная вода. О, давайте лель полторашка есть? Да, 32. Спасибо. Водичка там, да? Да, лёд, чтобы не гремели. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Вот такую водку продают на обходке у нас. Белый пиздец, водка. Она распространена по всем лайкам гребаным. 10 рублей. Две бутылочки. Угу. Никаких маркировок нет, никаких там? Нет. Никаких вообще ничего нет. Какой? За 110 рублей. Ну, там из-под пола маркируется. Да. Сначала сказала 100, потом 110. Звонили в службу 112. Разговор записывается. Оператор 112, что у вас случилось? Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. А можно меня с полицией соединить? Говорите, вас слушают. Алло. Управление города Кемерово, которое слушалось. Здрасте. Здрасте, слушаю, говорю. Говорите, я слушаю вас. Так, меня Максим зовут, а вас? Что еще раз? Я говорю, меня Максим зовут, а вас? Верхотурова, я представилась. Угу. Верхотурова, как? Звание ваше и так далее. Сержант. Ой, очень приятно. Меня Максим зовут. Смотрите, какая ситуация. Сейчас нахожусь по адресу проспект Ленинградский, 47/1, в продовольственном павильоне. Продают алкоголь после 11:00 без акцизных марок. Нам продали 2 бутылки. Еще какая-то будет у вас информация? Нет, наряд ждем быстрее. Народ спаивают с самопальным алкоголем. Ждать сотрудников. Понятно. Здрасте. Мы вас вызывали. По поводу продажи алкоголя. Угу. Все зафиксировано на видео. Будем писать заявление. Папам. Водка. Сейчас мы вам покажем. Вот, секунду.
Смотри. Чек умножит. Дорогой чек. Смотрите, какая водка. Даже без акциза. Сейчас, секунду. Да где, блин? А, вот она. СД-карта. Все, пошел отсюда. Камера. Ой, как он. Ну вот, смотрите. Дайте. Раз. 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 И это, можем видео предоставить, проехать с вами. Девушка, ну окошко откройте мне. Окошко откройте мне. Девушка, мы же вам станцевать еще. Вот она наша. В суд подашь на нас. Позорница, водяру продает. Ой-ой-ой. Скажите, у нас ваш номер. Мы? Девушка. Да ты чё? Надвигайся, пожалуйста. Вы, вас трое, я одна. Молодец. Да тебе зови Багирова своего. Скажите, ваше чё? Вот видишь, как он заботится о тебе, бросает на растерзание. Старший лейтенант Чеша. Дежурный, чё не учился. Пожалуйста. Ну, документы есть у себя? Если нет, ну, нет. Какие что знают, а что? Пожалуйста. Пишите, пишите. У вас документы имеются в силе?
Багирову привет передавай. Это еще не конец. Прям пламен. Здрасте. Здравствуйте. Илья Алексеевич. На месте? Николаевич. Николаевич. Опа. Так, я Лаврентьев, я вам это диски принес. По будке. Вам два адреса, да, отдали? 45-47. Так. А сколько там штраф, скажите? Подскажем. Ну, там суд, да, материал. Угу. Ясно. А как можно узнать, когда будет проходить судебное заседание по его делу? Я вам не могу конкретно сказать. Так. Сейчас вообще это не все сложно. А, ну да, точно. Здесь вирусом там. Не, а не знаете, суды, да, скольки каникулы все продлили? Не знаю. До 12. Вообще, смотрите, мы обязываем явкой. А там уже либо в день, либо суд сам решает, когда делать. Они перезванивают, или как-то это и не означает. С этим коронавирусом туда не попадешь, так-то можно было. Ладно, до свидания вам. До свидания. С этим коронавирусом никуда не попадешь. Да? Да. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.